Вот так в это пятничное утро сопровождали пешеходов через проезжую часть юные инспекторы дорожного движения и сотрудники ГИБДД. Данный переход расположен на школьном маршруте. Рядом также находится детская поликлиника, поэтому здесь всегда многолюдно. Мы сегодня еще раз помогали нашим и родителям, и детишкам правильно соблюдать правила дорожного движения, переводили их по пешеходному переходу. И опять же наши ребята сегодня в форме, юные инспектора движения, они привлекали внимание тем самым и родителей, и водителей. Ребята рассказывали участникам дорожного движения о правилах перехода проезжей части, учили молодых родителей, как необходимо правильно держать малышей при движении по пешеходному переходу. Юидовцы не оставили без внимания и велосипедистов, которым напомнили, что при пересечении проезжей части необходимо сойти с двухколесного транспортного средства. У нас была задача в этой акции раздать вот такие вот памятки. Ну, их было две. Детям и взрослым. Эта памятка напоминает пешеходам о соблюдении правил дорожного движения. В эти первые сентябрьские дни во всех школах и детских садах нашего района проводится неделя безопасности. Для ребят организуются встречи с сотрудниками госавтоинспекции, устраиваются специальные занятия и тематические викторины. Подобные мероприятия мы проводим, но как минимум раз в месяц. В сентябре мы это делаем особенно часто, так как школьники возвращаются в школу. Это, я считаю, необходимое занятие, иначе сейчас люди могут забывать про эти правила, и случаются разные не очень счастливые случаи. Эти недели достаточно сейчас сложные будут, как и для нас, инспекторов, так и для родителей и водителей. Потому что наших детишек нужно еще раз приучить к безопасному поведению на дороге. А для этого наши сотрудники работают все на пешеходных переходах. И вот эта вот неделя, самая сложная, она приведет, наверное, к всеобщему соблюдение правил дорожного движения. Цель всех этих мероприятий – добиться от учащихся закрепления навыков безопасного поведения на дорогах. И тут особое внимание уделяется обязательному применению юными пассажирами детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов при передвижении в темное время суток и другим актуальным мерам безопасности. Ну вот мы хотим сегодня подарить вашему юному участнику дорожного движения световозвращающий элемент, чтобы у нас наш юный пешеход был самым заметным в проезжей части, самым грамотным. Спасибо. Напоминаются эти правила, особенно если периодически повторять, и укладываете в голове. Может быть, один раз прошел, месяц прошел, уже забыли, а еще раз там и будет уже какая-то картина определенная выстраиваться у человека, который будет там не забывать. Наталья Буслаева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.